Дух Святой, окружи нас с собой, погрузи нас в Тебя. Мы ожидаем Твоего присутствия в нашей жизни. Пусть оно будет могущественно. Пусть оно будет сокрушать все, что не от Тебя. Все парадигмы, все барьеры в нашем разумении, в нашей душе, убирая все неправильные чувства, неверные ощущения и принося Твое Божественное, производя Твое дело в нас через Слово, которое высвобождается в нашу жизнь. Пусть сегодня это будет благословением для нас. Дай нам сегодня получить Слово от Тебя, которое будет посеяно в плодородную почву нашего сердца, чтобы оно взросло и принесло плод в 30, 60 и в 100 крат. Чтобы оно, Господи, изменило нас в образ и подобие нашего Господа Иисуса Христа. Мы хотим еще больше уподобляться Тебе, Господь. Помоги нам в этом. Помоги нам идти путем, на котором мы несем свой крест Божий. Чтобы мы не отказывались от Него. Да, может быть, Он тернист, может быть, Он труден, но на этом пути всегда есть Ты, который поддержит, который поможет, который направит. Всегда есть Дух Святой, который сегодня в нас, который сегодня ходатайствует о нас, который сегодня помогает нам, который являет чудеса, знамения в нашу жизнь, который исцеляет нашу душу, наше сердце, который наполняет их новым содержанием. И я сейчас прошу Тебя, Господь, наполни каждого человека, который сегодня смотрит нас в прямой трансляции, потом будет смотреть в записи. Наполни, Господи, чтобы мы не остались пустыми, чтобы в это сложное время у нас было твердое основание нашего упования, потому что надеющийся на Тебя никогда не будет постыжен, Боже. И я верю в это. Верю, что Ты не постыдишь свою церковь, потому что она невеста Твоя, Господь. Потому что она сильна, она как столб и утверждение истины. И сказано, что врата ада не одолеют ее, и всякое оружие, сделанное против нас, будет безуспешным. Потому что за нас воюет Господь. Потому что Господь наше знамя. Потому что Господь наша сила. Потому что Господь наше основание. Он крепкая скала, Он башня, в которую убегает праведник, и он в безопасности. Аллилуйя! Окружай, окружай нас, Дух Святой! Нежный Дух Святой, приди ко мне, я жажду. Поклоняйтесь сейчас Ему. Пусть рушатся стены, пусть рвутся цепи и оковы, пусть мы выйдем на свободу. Аллилуйя! Нанесем сокрушительный удар дьяволу. Аллилуйя! Господи, пусть в эти бесславные времена явится слава Твоя, которая будет еще больше видна. Потому что в немощи своей, Ты, в немощи нашей, Ты являешь силу, Господь. И пусть эта сила будет явлена таким образом, чтобы весь мир увидел это. Потому что тьма покроет народы, а над нами высияет свет. И пусть этот свет славы Твоей, он еще больше людей привлечет сегодня к Тебе. Ты великий, Ты чудный. И во имя Господа нашего Иисуса Христа молились мы Тебе, и весь народ да скажет «Аминь, аминь, аминь». Воздайте славу Господу там, где вы стоите. Воздайте Ему хорошие аплодисменты. Может быть, шум хвалы. Может быть, покричите, чтобы соседи к вам постучались, пришли и сказали, вы что здесь кричите, кого зовете, и, может быть, остались на прямую трансляцию, друзья мои. Пошумите, пошумите, ничего страшного, пошумите, пусть наш Господь сегодня прославится. Пусть сегодня, в эту минуту, Ему славы будет больше, чем коронавирусу, потому что Он важней. Слава Богу! Давайте поблагодарим нашу команду прославления. Спасибо вам. Вы замечательно делаете свое служение, и пусть Бог благословит вас. И я хочу поприветствовать всех, кто сегодня с нами в прямой трансляции, смотрит нас в разных соцсетях.
Я вас приветствую из церкви Ковчег города Сочи. Если есть люди, которые впервые к нам пришли на или в церковь, можно так и сказать, пришли в церковь, я вас приветствую любовью Христа, и пусть Бог вас обильно сегодня благословит. Также мы приветствуем телезрителей канала «Вера-24». Спасибо, что вы постоянно смотрите нас, спасибо, что вы неизменно с нами. Мы вам очень сильно благодарны за это. Слава Господу, слава Господу. Хочется сказать, карантин продолжается, да, слава, но это не слава Господу. Но все равно, друзья мои, нам не стоит унывать, потому что наш Бог, Он Бог всемогущий. И даже если продлятся эти дни, то мы все равно будем уповать на нашего Господа, потому что наш Господь, Он все равно сильнее всего, что происходит на земле, и все равно однажды, когда-то все закончится. Слава Господу! Хочу поблагодарить вас за все, что вы делаете в эти дни. Я вижу, как вы служите, и это распространяет славу о нашем Творце. Я вижу, как вы поддерживаете, когда мы выходим в прямые эфиры или проводим какие-то мероприятия, как вы жертвуете сегодня в это нелегкое время и поддерживаете финансами. Это большого уважения стоит, и я преклоняю перед вами колени и склоняю голову и говорю спасибо. Вы делаете эту церковь, вы и являетесь этой церковью, и быть в такой церкви пастором – это великая честь, привилегии и большое счастье. Спасибо вам за то, что вы поддерживаете меня лично и мою семью. Я очень вам благодарен. Всем, кто сегодня рядом стоит, все, кто сегодня служит, все, кто сегодня направляет свои усилия для того, чтобы церковь развивалась, все, которые верны, не ушли из церкви в это трудное время, потому что сейчас можно затеряться, сейчас время такое, можно затеряться просто и все, и потом не вернуться, и даже никто, может быть, и не заметит. Конечно, это плохо, когда не заметят, мы как лидеры должны замечать, но в такое время можно так безболезненно для себя, не объясняя никому, просто взять и уйти из церкви, но вы верны. Вы остаетесь с нами, вы в церкви, и даже к нам кто-то приходит новый. Слава Богу за вас, друзья, слава Богу за вас. Аллилуйя. Хотелось бы, конечно, здесь аплодисменты, крики «Аминь», но в зале никого нет, и, наверное, около телевизоров сегодня это все происходит, но не видно обратной реакции. Уже потихоньку привыкаешь и к пустому залу, и к постоянным эфирам. И хотел бы сегодня проповедовать вам на тему «Заботливый отец». Я анонсировал немножко, родилась серия или трилогия проповедей о том, как Бог заботится о нас, и сегодня такая вводная часть, она тоже как четвертая, можно сказать, проповеди, но больше она вводная часть. И хочу рассказать вам одну историю, которая случилась со мной в начале моего христианства. Я помню, как мне нужна была одна сумма, она была достаточно крупной и нужной на тот момент. Я встал в молитве перед Богом, стал молить Господа, чтобы Господь, Он обратил на мою нужду внимание и восполнил ее. Но шло время, нужда не восполнялась. И уже, знаете, такое недоверие где-то появилось, злость, обида на Бога. Так бывает иногда. И ты думаешь, Богу вообще нет нужды до твоих нужд. Ему нет никакого интереса до твоей нужды, ты как-то даже подобиделся. И со мной такое случилось, и в очередной молитве за эту нужду вдруг я услышал голос. А хочу сказать, что интересная история еще была тем, что ровно та сумма, которая мне нужна была, она лежала у меня на карте. Ровно, копейка в копейку. И я молюсь в очередной молитве, и вдруг Господь мне говорит: «В чем дело? Возьми деньги и потрать». Я не понял, что было сказано, и дальше стал продолжать клянчить определенную сумму у Бога. Бог опять обратился ко мне, я понял, что это голос Божий, потому что когда звучит в моей жизни голос Божий, я ни с чем не могу его перепутать. Я его знаю, друзья. Я знаю, как он звучит, и ты всегда понимаешь, что это Бог. Но в этот момент я настолько был сосредоточен на том, чтобы Бог восполнил мою нужду, что я так как-то и внимания на голос на этот не обратил, или не прислушался к нему. Я понял, что Господь пришел в мою тайную комнату, но не прислушался к этому голосу. И вдруг он опять повторяет: «В чем дело? Нужная сумма у тебя есть.
возьми и потрать. Просто возьми и потрать. И вдруг я ему отвечаю машинально: Господь, это на черный день. И тут же я услышал ответ: со мной черных дней не бывает. Друзья, с Богом черных дней не бывает. С той поры у меня лично и у моей семьи, но это одно и то же тождественно, не было никаких черных дней. Скажите, зачем ты рассказал эту историю? Просто я смотрю сегодня, как в мире меняется или усложняется экономическая ситуация, и многие люди, они сегодня находятся в страхе. А что же будет завтра? Не исключением стали и верующие. Дьявол, он просто учил это слово, ну ладно. Дьявол просто атакует нас разными мыслями для того, чтобы сбить нас с толку. Он приходит и говорит, что ты завтра не сможешь заработать определенное количество финансов, которыми ты сможешь прокормить свою семью, которыми ты сможешь платить за аренду своего жилья. И вот твои дети, они по миру пойдут, и ты останешься на улице, и жилье отберут, и все такое, и все в этом роде. Дьявол приходит и просто атакует наше разумение. Друзья, ну еще задолго до сегодняшнего кризиса псалмопевец Давид сказал такие слова. Псалом 36, с 25 стиха. «Я был молод и состарился, и не видал праведника оставленным, и потомков его просящим хлеба. Он всякий день милует и взаймы дает, и потомство его в благословении будет, друзья». Давид говорит, что на протяжении всей жизни он ни разу не видел человека, который стоял в правильном положении перед Богом, оставленным Богом. Ни его, ни его детей. Он говорит, что такой человек находится всегда в благословении. Он говорит, что такой человек, он взаймы дает в любое время. То есть ему есть что дать взаймы. Почему? Потому что, он говорит, такого человека Бог не оставляет. Не оставляет. Сегодня Александр, он уже говорил слово об этом. Он сегодня сказал все мои стихи, взял всю мою проповедь, не знаю, откуда он ее взял. Мне можно сказать просто аминь и уйти. Но я немножко еще попроповедую, друзья мои. Друзья, я хочу сказать, не верьте ложным мыслям дьявола. Бог не покинет нас, Бог не оставит нас в любые времена. Для Него нет кризиса, для Него нет неразрешимых проблем. Он всемогущий Бог, Он всем управляет на этой земле. И все золото, и все серебро в Его руке. Ему нет вообще никаких трудностей восполнить вашу нужду, друзья. Если Господь заботился в Ветхом Завете, о котором писал Давид, тогда не было вообще никакой экономики. Тогда не было никаких социальных поддержек вообще. Люди были предоставлены сами себе. Но если Бог тогда находил, как заботиться о людях во времена закона, жесткого действия закона, то сегодня, когда нам дана благодать, Бог тем более позаботится о нас. И эта благодать сегодня является вот как. Она является через то, что Христос, будучи богатым, обнищал ради нас, дабы мы обогатились его нищетой. Друзья мои, мы вот на прошлой неделе отмечали Пасху. Мы славили нашего Господа, который умер на кресте за нас. И Он там на кресте обнищал ради нас. Неужто сегодня Господь, который дал нам Иисуса Христа, дал Сына Своего, с Ним и не дарует всего остального? Друзья, такого просто не может быть, потому что Бог, Он заботится о нас не потому, что мы достойны этого, а потому что мы дети Его, друзья. Он заботится о нас, как о детях. Я не хочу, чтобы Бог обращался ко мне по справедливости, друзья мои. Если Бог будет обращаться ко мне по справедливости, я никогда не дотяну до Его стандартов. Это невозможно. Какие Бог устанавливает стандарты? Я знаю, что Бог обращается ко мне по своей милости и любви. Я хочу ходить в Его любви и быть награжденным недостойно. Недостойно.
Я награду получаю недостойно. Не от того, что я что-то сделал, или от того, что я заслужил. А потому что Бог так решил. Потому что Бог пришел на эту землю и умер за меня, когда я еще был грешником. Мне вспоминается одна история, когда мать плененных сыновей просила царя помиловать их, потому что их вели на казнь. И царь ответил ей: они недостойны помилования. И на что мать возразила и сказала: милость не заслуживают. Милость не заслуживают. И знаете, царь отпустил этих сыновей. Вот милость невозможно заслужить. Писание говорит, что она всегда будет. Всегда его милость будет наполнять землю. И коронавирус тоже на нее не влияет, друзья. И карантин тоже ее не закрывает. Милость нельзя самоизолировать. Она не самоизолируется. Она всегда изливается от нашего Господа. Друзья мои, Иисус сам сказал в Матфея 6, 25-33, мы уже читали эти стихи, где Иисус говорит: посмотрите на птиц, посмотрите на растения. Бог их питает. И Он сказал: вы-то гораздо лучше их. По многим причинам. Я не буду рассказывать, почему мы лучше. Там в этом стихе объясняют, что они не ткут, что они не сеют, житниц не имеют. Мы все это имеем. Мы можем даже позаботиться о себе, в отличие от птиц, в отличие от растений. Но я хочу сказать, что Бог этими стихами, Он не учит нас беспечности, а Он учит нас не беспокоиться. Он говорит, что если Он заботится о меньшем творении, которое призвано служить человеку, всех птиц, всех животных, все растения, Бог создал на этой земле, чтобы тебе здесь хорошо было. Вот все для тебя создал Господь и потом поместил тебя. Вспомните творение Эдемского сада. Бог творил для чего? Для того, чтобы потом в это прекрасное поместить человека. Он, как заботливый отец, устроял жилище. Когда смотришь на заботливых родителей, и они ожидают своего ребенка, они устрояют жилище. Они готовят его. Они не приносят в его не обустроенное жилище. Они его обустраивают. Для этого младенца все в доме меняется сразу. Младенец рождается, все меняется в доме под этого младенца. Если вы не знаете, о чем я говорю, вам пора рожать. Вы увидите. Все начинают работать на этого младенца. И вот так же нас Господь на эту землю поместил. И все, что наполняет эту землю, оно призвано служить человеку. Оно призвано служить человеку. И вот о том, что служит человеку, Бог имеет попечение. Неужто Он не позаботится о венце своего творения? Друзья, если Бог, послушайте меня внимательно, если Бог дал нам жизнь, то Он и позаботится об этой жизни. Аллилуйя. Но в этих стихах Он нас учит не беспокоиться. И сегодня немножко поговорим о беспокойстве. Потому что беспокойство, друзья, никчемно. Оно бесполезно. И приносит настоящий вред. Беспокойство уже не может оказать никакого влияния на прошлое. Беспокоиться о прошлом бесполезно, потому что это прошлое. Оно прошло, и вы ничего в нем изменить не сможете, тем более беспокойством. Ничем вообще, но тем более беспокойством в прошлом ничего изменить нельзя. Беспокоиться еще о будущем – тоже бесполезно, потому что будущее еще не наступило, друзья мои. Вы беспокойством ничего в будущем изменить не сможете, у вас нет такой власти. Заботы и волнения будут изматывать ум, изнурять ваше тело. Волнение и беспокойство оказывают влияние на ваше мышление, на принятие решений. Вы будете глючить, как говорят сегодня, в беспокойстве. А ваши все системные программы будут сбиваться, они не будут нормально работать, и вы не сможете принять нормального, трезвого решения, потому что беспокойство будет блокировать ваш ум.
Можно так начать беспокоиться о завтрашнем дне, что загнать себя в инфаркт и не дожить до завтрашнего дня. Лучше уж хоть доживите до завтрашнего дня. Там посмотрите, что будет. Можно так набеспокоиться. Мне нравится такая поговорка, когда одним сказали, что завтра у них все будет плохо, а другим сказали, что у них все завтра будет хорошо. Тем, кому сказали, что будет плохо, они тревожились весь день, расстраивались. А те, которым сказали, что будет хорошо, они радовались весь день. Но когда настало завтра, ни у тех, ни у этих ничего не случилось. Так бывает в нашей жизни. Мы своими фантазиями разгоняем, своими беспокойствами лишаем себя трезво мыслить, упускаем возможности жить здесь и сейчас, потому что наше беспокойство уводит нас в иллюзорный параллельный мир, который не существует. Мы начинаем жизнь проживать там, где нас нет, друзья мои. А там, где мы есть здесь и сейчас, в этом времени, мы упускаем возможности по простой причине – беспокойства. Делайте все, что может ваша рука на сегодняшний момент. Вы ведь больше сделать не можете. Вот все, что можете сделать, сделайте, а все остальное возложите на Господа, Он будет заботиться о вас. Аллилуйя. Друзья, второе, беспокойство ослепляет. Беспокойство, оно лишает нас способности понимать Божьи законы. Иисус просит людей в этих стихах, Матфея 6 главе, посмотреть на птиц, посмотреть на растения и увидеть любовь Божью, которая проявляется заботой об этих существах. Он говорит, послушайте меня, если Бог будет заботиться об этих существах, Он тем более позаботится о вас. Слово говорит, если Он отдал Сына Своего, повторюсь, ради нас, неужто вместе с Сыном не дарует нам и всего, всего потребного для твоей жизни? Бог не отдавал Своего Сына, друзья, ради животных, Бог не отдавал Сына ради растений, но тем более или все равно заботится о них. Вот Он о них, для них не отдавал Сына Своего. Он отдал Сына Своего за тебя и за меня. Неужто, если Он, не отдав Сына за растения, за животных, заботится о них, неужто за того, за кого отдал Своего любимого единородного Сына, Он не позаботится о тебе? Так не может быть, друзья мои. В Его глазах Слово говорит, мы лучше. Мы лучше, чем творение, которое служит нам. Аллилуйя. Беспокойство, друзья, препятствует понимать законы истории. Псалмопевец ободрял себя уроками истории. Мы читаем о Давиде. Он любил применять такой прием. Он говорит, унывает во мне душа моя, посему я вспоминаю тебе с земли Иорданской, с Ермона, с горы Цоар. И когда он встречал трудности, он всегда вспоминал то, что Бог сделал для него в прошлом. Он вспоминал историю, уроки истории. Он видел, что в любой трудности Бог приходил и вытаскивал его. Если мы будем анализировать свою жизнь, то ни в одной трудности Господь нас не оставил. Он всегда приходил и всегда являл свою славу, и всегда являл свою силу. Да, может быть, события развивались не так, как мы хотели, потому что у нас есть свой план. У фикса всегда есть запасной план. Он у нас всегда прибережен на всякий случай, если вдруг Бог даст оплошность в нашей жизни, тогда мы достаем свой непогрешимый план и начинаем действовать по нему. У нас А, Б, как минимум, планы всегда в запасе есть. Но когда мы смотрим на нашу жизнь, на историю нашей жизни, мы видим, что наши планы, они вообще никогда не срабатывали. Но Божий план он никогда не подводил. Он всегда срабатывал. Бог всегда приходил вовремя. Может быть, не тогда, когда ты хотел и ждал, но вовремя. Вовремя. Никогда не опаздывал и никогда не спешил. И ты сейчас, когда смотришь на эти ситуации, ты видишь, если бы Бог пришел раньше, чуть-чуть, то бы, наверное, ситуация не разрешилась таким образом. Или запоздал немного, то тоже бы, наверное, были бы проблемы больше. Но Бог приходит в свое время. И Давид знал это. И в тот момент, когда он попадал в какую-то очередную неприятную историю, он вспоминал историю своей жизни. И это, друзья,
напитывало его сердце. Послушайте меня, человек, напитавший сердце свое тем, что Бог совершил в прошлом, никогда не будет беспокоиться о будущем. Если вы пропитаете теми делами, которые Бог совершил в вашей жизни в прошлом, свое сердце, увидите Его благость, увидите Его вмешательство, которое все обстоятельства в итоге превращало во благо, потому что любящим Бога и призванным по Его изволению, все, абсолютно все оборачивается во благо. Не сама ситуация является благом. Конечно, когда мы сегодня вот в условиях изоляции находимся, когда экономическое падение, нестабильность и все остальное, нельзя это назвать благом. Но Бог превратит это во благо. И мы это увидим, если не разочаруемся и не отойдем от Него, и не ослабеем, друзья мои. Беспокойство отказывается учить уроки жизни. Жизнь учит нас. Если мы каким-то образом преодолели какую-то ситуацию, там, где была точка, можно сказать, нашего падения, точка обострения, то тогда мы преодолеем и эту ситуацию. Мы преодолеем эту ситуацию, жизнь нас учит этому, но беспокойство, оно как будто закрывает глаза и не дает нам увидеть. И третье, друзья, беспокойство по сути своей является неверием. Это неверие. Беспокойство вызвано не внешними обстоятельствами, друзья мои. В одних и тех же обстоятельствах один человек, он находится в покое, а другой может беспокоиться до смерти. По-моему, у Достоевского есть такой рассказ, когда два каторжника ехали на каторгу, и им дали по 20 лет каторги. Я не помню сейчас, поправьте, он, по-моему, «Луч» называется, или «Луч солнца». И они едут в вагоне, и один расстроенный, его спрашивают, что случилось? Он говорит, веры и правды служил царю, веры и правды. Оболгали, оклеветали и дали 20 лет каторги. Как такое могло произойти? А второй радостный смотрит в окно, все подмечает, шутит, его спрашивают, а у тебя что? Он говорит, 20 лет. Верой и правдой служил царю. Говорит, оболгали, оклеветали и дали смертную казнь. Но потом помиловали и заменили на 20 лет каторги. Какое счастье! Одно и то же условие, один и тот же вагон, но один в беспокойстве, а другой в мире и в радости. Почему? Не внешние условия, друзья, влияют, а беспокойство или мир, радость, спокойствие, скажу так, они исходят из нашего сердца. Если в сердце нашем этот мир, если в сердце нашем покой, потому что Писание говорит, что мир, который от Бога приходит в нашу жизнь, он превыше ума. Мир, который сравнивается, когда ты читаешь, со стражниками на воротах, который отделяет мысли. Знаете, вот у вас в разуме стоит стражник на воротах, который называется мир. И вот этот мир, он видит, кого впускать, а кого не впускать, в ваше разумение. Мы должны наполняться этим миром. Расскажу вам одну историю, которая случилась с немецким проповедником и ученым Иоганном Таулером. Иоганн Таулер. Это 14 век, он жил с 1300 по 1361 год. И он описывает такую историю, когда он однажды встретился с нищим, абсолютно нищий человек, встретился ему на дороге. И вот он ему говорит такие слова, «Дай тебе Бог хороший день, друг мой», сказал Таулер. А он ему ответил, «А у меня не было никогда плохих дней». Он тогда говорит, «Ну пусть Господь даст тебе хорошую, благословенную жизнь». Он ответил, а у меня всегда жизнь была благословенна. Тогда Таулер задумался и говорит, послушай, ну как так? Как так получается? Он говорит, да все очень просто. Когда погода хорошая, я славлю и благодарю Господа. Когда идет дождь, я славлю и благодарю Господа. Когда у меня есть еда, я славлю и благодарю Господа. Когда нет еды, я прошу
о еде и благодарю Господа за то, что Он мне ее пошлет. Ну, если моя, говорит, воля совпадает с Божьей волей в моей жизни, и я желаю того же, что желает Господь, как моя жизнь может быть несчастной? Она у меня счастливая. И тогда Таулер, он просто удивился, он спрашивает его: а ты кто? На что этот нищий человек ему отвечает: я король. Он говорит: король, а где твое королевство? И этот нищий человек ответил: в сердце. Друзья мои, в сердце наше королевство. Поэтому Иисус, Он дает нам выход в этих стихах. Он говорит: прежде всего ищите Царство Божьего. Я вам скажу, Царство Божье, оно внутри нас есть, Слово Божье говорит. Сердце наше есть Царство Божье, если там правит Дух Святой через Иисуса Христа, или наоборот, Иисус Христос через Духа Святого правит в нашем сердце, тогда Царство Божье достигло вас, тогда оно внутри вас, и тогда вы живете, и вам все, как сказал Иисус, прилагается. А если вы впустили беспокойство, то Царству Божьему внутри вас нет места. Тогда вы будете в тревоге. Тогда вы будете искать того, что ищут грешники. Искать, во что одеться, что покушать, как вообще прожить. Друзья мои, Бог дал нам этот мир в наше сердце. Бог дал нам Духа Святого, который сегодня вселился в наши сердца любовью Божией и принес надежду, и наше упование Господь. Будьте королями своего сердца, правьте в своем сердце через Духа Святого, или подчините себя Духу Святого, вы, царственное священство, вы, и будьте царями в своей жизни. Друзья мои, пророк Исаия, он сказал такие слова, он сказал: твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он. Друзья, те, кто уповает на Господа, Бог тех хранит в совершенном мире. Их не касаются никакие перипетии этого мира. Они не имеют власти над этими людьми, потому что они уповают на Господа. Я хочу сказать, друзья мои, о том, можно поиграть, о том, что Бог никогда вас не оставит и никогда вас не покинет. И в следующих проповедях мы поговорим, каким образом Господь будет заботиться о нас. На примере пророка Илии я увидел некоторые вещи, когда Илия, он во времена засухи был отправлен Богом на 3,5 года в карантин за поток Харафа. Это не месяц, друзья, и это даже не 2 месяца. Это 3,5 года самоизоляции, жесткой самоизоляции. В тот момент, когда в Израиле был крах всей экономической системы, даже не было травы для скота. Знаете, что я увидел? Что Бог питал Илию. Он посылал воронов, которые нормальную диету ему организовали. И с утра, и вечером приносили хлеб и мясо. Вполне достаточно. Интересно, что в Израиле не было травы для скота. А Илия каждый день ел мясо. Я не знаю, откуда все это бралось. Некоторые скажут: ну это образно. Ничего не образно. Все было по-настоящему, друзья. У Бога все по-настоящему. И потом мы видим, как Бог приходит и говорит Илии: иди в Сарепту Сидонскую, я повелел вдове кормить тебя. А потом мы видим, когда Илия в разочаровании. В разочаровании. Такой великий муж Божий только что совершил такое великое дело. Показал, какой Бог истинный. Уничтожил пророков. И вдруг простая, ну не простая,
королевская особа, женщина, сказала, что она возьмет его душу и сделает с ним то же, что он сделал с пророками. И все рухнуло. Так бывает в нашей жизни. Ты крепишься, вроде идешь, вроде стараешься, и вроде что-то получается, и вроде уже подвиги совершил, о которых во всех соцсетях раструбили. Ты первый, кто был, кто раструбил. Но все уже знают, и вдруг обвал, разочарование. И ты под можжевеловым кустом, как зайка. Оставили все меня, Господь, и души мои ищут. Так часто бывает в нашей жизни. Оставили меня, Господь, все. И даже твой любимый ученик, он за тобой не побежал. Интересно, что потом, когда Илия взял Елисея, как-нибудь попроповедую на эту тему, тут везде за ним ходил Елисей. Но если мы посмотрим, что у Илии был ученик вперед Елисея, который может, мог бы унаследовать двойное помазание. Но в тот момент, когда Илия рухнул, этот ученик почему-то не пошел за ним. Может быть, увидел его слабость. Знаете, когда ты сильный, с тобой рядом стоять не надо. Что с тобой стоять, когда ты сильный? Ты и сам поможешь. Но вот когда ты ослабел, когда ты под кустом, а твой ученик, он оставил тебя, потому что, наверное, сказал: да что, это ты ли, он трус. От какой-то женщины убежал. Ну, не от какой-то, от царской особы. Но знаете, что я увидел? Бог не оставил. Бог пришел и питал, дал хлеб и воду дважды. И я увидел в этом, как Бог питает нас. Вначале Он, или не вначале, вообще Он делает это сверхъестественным образом, когда тебе вороны приносят. Он делает это через людей, и Он делает это лично. И вот об этих вещах мы с вами поговорим по отдельности, о каждой из них. Мы посмотрим, как Бог заботится о своем творении. Как Он не оставляет тебя никогда. В любое время Он рядом с тобой. Даже тогда, когда твои ученики, которые уже по сути должны быть с тобой, которые должны рядом стоять в этот момент, оставили тебя, Бог не оставит. Бог с тобой. Бог поддержит. Бог направит. Бог накормит. Он с тобой. Он не оставляет своих. Бог не оставляет своих. Ни в беде не оставляет своих. Тем более в праздности не оставляет. Нигде не оставляет своих. Бог всегда придет. Если ты в праздности, Он тебя подтолкнет к тому, чтобы ты вышел из нее. Если ты в беде, Он откроет источники небесные и благословит тебя. Он всегда с тобой. Он всегда с тобой. Даже тогда, когда ты, как Его ученики, оставил его распятым на кресте и идешь в другую сторону, в Эммаус, Бог возникает на твоем пути. И знаете, что Он делает? Он кормит. Он берет хлеб, разламливает и дает его тебе. И ты, может быть, не знал его в этот момент, когда он с тобой разговаривал. Но потом, когда ты увидел разломанный хлеб, когда он разломал его и подавал тебе, и ты увидел дыры в его руках. Дыры, который оставил крест. Ты сказал: а не горело ли сердце мое, когда он говорил ко мне? Да, может быть, я не узнал его, но он шел со мной. Весь этот путь. Весь этот путь. Друзья мои, пусть Бог благословит вас.